Канадский миссионер Кевин Гэрретт, который провел в китайской тюрьме 2 года по обвинению в шпионаже, на этой неделе был освобожден из тюрьмы и уже вернулся на родину, сообщает христианский портал Виктори со ссылкой на CBN News. Гэрретт с женой Джули управляли популярной кофейней на границе Китая и Северной Кореи, а также сотрудничали с благотворительной организацией, которая поставляла продукты питания и школьные принадлежности для северокорейцев. В 2014 году власти Китая проводили специальную операцию, целью которой было прекращение действия христианских групп на границе Северной Кореи. Тогда же и были арестованы супруги Гэрретт. Гэрретта освободили после того, как Китай и Канада подписали двухстороннее соглашение об укреплении экономических связей в ходе визита премьера Канады Джастина Трюдо. Трюдо лично беседовал с высокопоставленными чиновниками Китая о судьбе Кевина Гэрретта и выразил свой восторг после возвращения миссионера на родину.